В данном видеоролике рассмотрим вариант работы интеграции UDS и кассовым складом. После того, как сформирован список товара клиента, кассир нажимает на кнопку «Покупатели». И в данное окно нужно ввести код клиента с приложения UDS App. Отметим, оплата по номеру телефона на текущий момент не поддерживается. Для того, чтобы привязать клиента к счету, нужно нажать на его имя. Соответствующая информация о том, что клиент привязан, отображается на кнопку «Итого». Переходим к расчету чека. Если вы планируете только начислить бонусы, можно сразу перейти к расчету чека, нажать на кнопку «Наличными», «Карты» или «Смешанный тип оплаты». Для списания бонусов нужно нажать на кнопку «Баллы». Нажать на кнопку «Далее списать». Здесь подставится максимально возможное количество списанных бонусов именно на этот счет. Вы можете внести корректировку, например, ввести количество 10. Сумма чека будет уменьшена сумма списанных бонусов. И нажимаю на кнопку «Сохранить». Оставшуюся сумму оплатить наличными или банковской картой, например, наличными. После того, как оплата завершена, у клиента будут списаны бонусы, а на оставшуюся сумму будут начислены бонусы, если маркетинговая стратегия вашей компании это позволяет.